чудом опять.
Главное, ничего не пропустить. До связи. Пока, Ви. Не верь журналистам, они врут. Thank you.
можно завести лошадь прямо в воду, но пить ее не заставишь. Я годами пыталась наладить связь с Эвистан. Я уж и просила ее, и деньги хорошие обещала. Ничего не помогало. Ответ был всегда один. Я с фиксер. И не работаю. Сегодня она вдруг сменила пластинку. Знаешь почему? Ее похитили суперцы. Я нас воротить не буду. Может, теперь она наконец со мной подружится. Прочитай подробности. Станнер, я пришел тебя вытащить. Надо скорее уходить. Я не могу тут бросить свою тачку. Она в гараже. Этого в договоре не было. Надеюсь, она у тебя быстрая. Нет, в договоре не было. И нет, не сказать, чтобы она быстрая. А давай это будет договор между нами. Награды не обижу. Посмотрим по обстоятельствам. Дороже, чем жизнь? Может и дороже, но объяснять тебе это нет настроения. Я бы хотела поспать, если не возражаешь. Thank you.
наглость. Не делай этого! Чимай, брат. Дакота, как просила. Вот тебе и Ристана. Сестра. Не свисти, поняла? Я тебе не сестра. Скажи, что мне сделать. Ну? Спасибо за все, Ви. Только смотри, чтобы она тебе денег не зажала. Хм, Винь. Спасибо. Приятно. Я слушаю. Чего выпьешь? Горячего, холодного, кофейку с градусом? Не надо. Кошельки на стол! Кто-то хочет стать... Я сказал быстро и... Подай пример остальным, доставай-ка. И каким чудом ты еще жив? Да ты... Так и не научился выбирать себе соперников. Видал я ребят вроде тебя. Блефуешь? Я на твой трёп не буду. Я танцую. Ты сдохнешь быстрее, чем спустим. Валим отсюда нахуй! Повезло нам, что ты тут оказался. Заказывай, что хочешь. Это десятки триллионов. Как распределились голоса?
Хочу выпить. Чего выпьешь, горя? Он еще маленький. Он быстро вырастет. Ставить импланты до 18 лет – ужасная идея. Видела. Пойду проверю. Пошла на вылет!
じきじきに懲らしめてやる! Конечно. А, ух, если готов меня...
Мне нужен человек для тихой работы. Требуется оставить жучки на хорошо охраняемой территории. Подробности в письме. Поставить вам печать в Гасюинте или хотите Амамори? Да я просто смотрю. Сделать все тихо, а тихо не было. Теперь весь город знает, что случилось в храме. Твоя небрежность отразится на твоем гонораре. Закрываю контракт. Надо спасти Лорен Костиган, жену моего клиента Брэдли Костигана. Ее похитили тигриные когти. Хочешь знать больше?
Посмотри описание. Ах ты мелкий! Тебя вытащить. А, что? Меня нанял твой муж. Иди. Тише, тише. Хватит. Вы должны мне помочь, умоляю. Да помогу я. Давай, вставай уже. Иди за мной. Этот раз повезло, но лучше не привыкай. Эй, садись. Поедешь в безопасное место. А, спасибо. Удачи тебе. Лор. В без...
безопасности. Я сейчас напишу Брэду. Спасибо тебе за помощь. Заказ открыт. Тебя убийственное задание. В прямом смысле. Заказчица пока в мире живых, но покинет его очень скоро, если ты ее не спасешь. Багбер заперта в сеть. Если она оттуда выйдет, тигриные когти тут же разорвут ее на клочки. Если она там останется, у нее рано или поздно сгорят синапсы. Вся надежда. Все подробности я указал.
Отличная работа, дорогуша. Как говорится, остаемся на связи. Заказ закрыт.